нас тоже семьи у нас есть. И как бы там ни было, скажу, у нас именно старший офицер, майор, подполковник, меньше 100 долларов получает. Разве это пенсия в нынешнее время? А я не говорю за младших, за прапорщиков, все это, которые получают по 50, по 60 долларов. Для того, чтобы прожить, не хватает 800-700. Я занимаю каждый месяц. Планований залишок коштів в сумі 7,8 мільярда гривень буде спрямований на підвищення пенсій колишнього військовослужбовця. В плановому режимі буквально днями розпочато фінансування пенсій березня. Середнє повищення пенсії буде десь на 1500 гривень. Ну, середнє, самі розумієте, да, що значить середнє. Один може отримати повищення пенсії порядка 300 гривен там, вот. Второй может получить повышение пенсии до 3000 гривен. С військовими пенсионерами и пенсионерами-правоохранцами поступило абсолютно несправедливо. Им должны быть проведены индексации, а они их не мали с 2012 года. Все нормативные документы для этого есть.